Добрый день, добро пожаловать на канал Баду Канина. У нас партия пятый дан тайджим, я играю черными против китайца. Значит, будет какая-то заруба у нас. Какая-то будет у нас со сложными вариантами партия. Мне с китайцами интереснее играть, чем с корейцами. Все не могу запомнить вот этот вариант лесенки. Но как бы я его помню. Сейчас, а если я спущусь, то прямая лесенка за кого идет? Так, за меня. Поэтому я спускаюсь, он подвинется, я выйду. Или я могу вторгаться. То есть я могу сейчас выйти, а могу вторгнуться. Могу прилипнуть. Так. Могу вот так сыграть. Ладно, пока не буду ничего делать здесь. Так, кейм он не сыграл. Простил. Ну, сейчас, наверное, в центре сыграет. Ага, в центре не играет пока. Ну, я тогда сюда, и он доберет, наверное, камень. Потому что если он сейчас не доберет камень, а сыграет как-нибудь здесь, то я буду выходить. Потому что у меня уже появился камень на стороне. И есть какая-то перспектива. Ну, он сейчас пасть тигра сыграет. Или прилипнет в угол. Да, пасть тигра. Я здесь отпрыгну. Он может прилипнуть. Может прилипнуть в угол. Может сыграть кейму. Либо может порезать. Да, вот он решил в угол. Так, раз, два. Раз, два. Три, четыре, пять, шесть. Так, раз, два, так я не вижу, как я выживу. Давайте я тогда лучше так. Тогда особой атаки не получится, потому что он двушку сейчас отпиливает. Ну, хотя он ее не отпиливает. А почему он задумался, почему он не отрезает? Он бы ее отпиливал, если бы у него камень в F2 стоял. А так я могу атари снизу дать. Ух ты! Я вот об этом и подумал. То, что он пойдет на убийство. Хорошо. Ну, здесь я закрою, он что, повернет? Он повернул. Мне тогда можно соединиться. Хотя я могу и так соединиться. Дальше он будет прыгать. А мне что, по борьбу какую-то организовывать? Или стараться убить эту группу? Глаз-то у меня большой получается. Ишь ты какой! А если я просто буду так играть? В лоб. Что-то я не понял. Он сюда. Я сюда, он сюда, я сюда. Он забьет дыхание. Так, ну давайте проверим. Сюда, сюда. Неужели он убил мой угол так быстро? А, он хочет ко борьбу. Но здесь же нет. У него же угроз нет больших. Поэтому я здесь пробью. Это много. Он может, конечно, хана сыграть в углу. Но убить угол
посмотрим, как он будет убивать этот угол. Ну, я закрою, вот сейчас он будет хана играть. Я сюда, у нотари, я соединюсь. Он соединится, я выйду. Ну, не выйду, а вытянусь. А, и он, наверное, отрежет, я порежу, он вытянется, я вытянусь, он отпрыгнет, и он, наверное, убьет так, да? Может, тогда мне сразу пожертвовать? Или... Да, я думаю, давайте я сразу пожертвую, не буду жадничать. Так, поменялись мы уже немного. Дальше что? Ну, наверное, я сыграю большой ход какой-нибудь. Но с другой стороны, хочется еще атаковать вот эту группу. То есть, сколько я ему камней отдал? Я ему отдал 7 камней, а забрал я у него 8, да? То есть, поровну обмен. Ну, здесь пока все стандартно. А, ну еще три камня там. То есть, если я сейчас сюда сыграю в J3, то он поставит Atari, я сюда. Короче, у него там глаз получится. Поэтому я пока так сыграю, соединюсь. То есть, я забрал 11 камней. И еще вот эти два, да, тут прилипли. Я думаю, очень хорошо то, что я не пожадничал и сыграл J17. Так, он бежит. Значит, ну, я, наверное, сюда сыграю. Хотя это как-то это слишком выглядит. Потому что у меня вот эти камни на верхней стороне сами слабые еще. Ага. Но все равно играет от этой группы. Хорошо. Ну, наверное, он в тенген. А, он так. Вы знаете, давайте я просто сыграю сюда. Раз он там сам не сыграл. А дальше, если хочет резать, пусть режет. Я еще один большой ход возьму. Но он, скорее всего, сейчас... Но он все-таки порезал. Это очень странно. Я тогда отодвинусь. Он будет забирать. Я поставлю Atari. Он не забирает. Я тогда не понимаю. Но я отодвинусь. Зачем он так играет? Как-то я не понял пока. Ну, я сыграю сюда. Ну, то есть он мою развивает, но группа же еще не живет. Она, конечно, большая, скорее всего, выживет. Но я подозреваю, я на этом получу какие-то хорошие камни в центре. Ну, он может на К9 сыграть. Я сюда, он порежет, я Atari, он спустится. Ну, то есть выжить он выживет точно. Эта группа неубиваема. На мой взгляд. Слишком много слабостей у черных. Но то, что я получу какие-то камни в центре, это факт. Ну да, как я сказал, он так и играет. Ну, я пока сыграю здесь хана. Он, наверное, Atari поставит. А, он порезал. Я тогда выпрыгну. Он вытягивается. Я сыграю еще сюда. Ну, тут даже если он в лесенку заберет, тут же на меня лесенка идет. Поэтому я могу тут прыгнуть. Ага, вот это странновато. Тогда я сюда.
он должен играть отсюда, или он сразу Атари? Нет, Атари не ставит. Тогда я сюда сыграю. И что? Наверное, может убить в i5. Потому что я Атари, Атари. Хотя нет, не убивает. Я играю сюда. Он может просто Атари отсюда поставить сейчас. Ну да. Так, я поставлю Атари, он пробьет, я вытянусь. Давайте попробуем. Я поставлю Атари, он пробьет, я вытянусь. А, он же сюда может Атари сейчас поставить. Да, блин. О, не поставил. Тогда я так буду играть. Ну, это да, логично то, что он сюда. Что мне делать тогда? Но здесь, конечно, друзья, есть нюанс. Здесь есть большой нюанс. Он, конечно, отрежет, но я сыграю сюда. И что дальше? Ему же надо выживать сверху. А как он будет выживать? Куда-то в h1 играть, но я вытянусь. То есть у меня мияи, как бы я могу камень захватить, либо здесь сыграть. Блин, я забыл про этот камень, что я могу его захватить, и я мог сыграть вниз сразу. Но если он сыграет ханы, я порежу его ханы. Так, этот камень ему никак не помогает, поэтому я забиваю степень дыхания. Дальше он будет отрезать. Скорее всего. Он закрылся. Я Атари. Ну так он умер сверху. По полной программе. Вот. Теперь он отрезает. Я тогда сюда. Он сейчас вкинет. Он вкидывает. И мне надо придумать теперь. Убьют ли мои 4 камня? То есть я, если здесь заберу пануки, это очень круто будет. Я играю Атари, он Атари, я пробиваю. Он забирает двушку. Я играю сюда. Он мне делает минус дыхание. Я играю сюда, он делает минус второе дыхание. И у меня Дамудзумари. То есть я его не смогу убить. Поэтому я здесь соединяюсь. Он сюда, я сюда. Ну, теперь, собственно, судьба там вот этих камней мне не важна. Чуть ли вообще всего центра, потому что я скушал очень большую группу. Ну, хотя центр мне надо спасать. Вот эти камни мне точно не нужны. Эти камни мне точно не нужны, я их не собираюсь спасать. В центре попробую спасти группу. Ага, ну тут даже пробовать не надо, он мне дает ее спасти. Тогда надо понять, какой у него план. Тут видно, что он мою расширил, но я много камней убил. Но эти камни мне не важны, как я сказал, поэтому я здесь аккуратно сыграю такой ход. Чтобы у меня не было проблем с этой группой. Да, и он играет сюда. Я тогда сыграю... Как мне сыграть? Хотя у меня тут крепкие камни, может зажать его. Давайте я его зажму. Как он будет играть? Прилипать? Я тогда заберу весь угол.
Но будет проблема тогда, у него будет большая стена. Но угол я все равно заберу, чтобы очки были. Ага. Тогда... А что, если я вульгарно порежу? Вот так. Что он будет делать? Прилипнет? Сан-Сан? Или спустится? Он вытянулся. Я тогда играю сюда. Ну, я забрал уже два угла на атаке, на защите, то есть. Он отпрыгивает. Он отпрыгивает. Мне очень хочется прилипнуть, но он просто поставит Атари. Если я соединюсь, то он просто пробьет. Если я сюда похожу, то он подвинется. Ладно, попробуем так. Он же бамбу будет играть. Да. Я хочу прилипнуть. Ну, может, я двушку... А, так он и двушку не забирает. Тогда я подвинусь сюда. Так, ему теперь надо выживать. Ну, он Атари, я сюда. Он, наверное, пасть тигра, я Атари, он он не играет пасть тигра. Тогда я сыграю, наверное, удар по форме сразу. Потому что у меня, в принципе, мия есть. Я могу с камнем соединиться еще. Ну, в углу мне обязательно надо выжить, а здесь мне не обязательно его убивать, мне главное здесь как бы это объяснить. Мне главное здесь выжить вот этой центральной группой, у которой уже большие проблемы. Раз, два, три. А если я сюда сыграю, как он будет играть? Он сыграет сюда. А если я это отрежу? Это же я в центре отрежу. Ну, он же сейчас будет резать. Ну, это центр. И дальше я спущусь. А как он вот этим теперь выживет? У меня, по-моему, побольше степней дыхания, чем у него. Ну, здесь он однозначно ханы будет играть, но я тогда спущусь, и это значит соединение с углом. И плюс это сента на разрезание. Ну, он, конечно, может Атари сыграть. Но я просто соединюсь. Или он сейчас сюда подвинется. Нет, он не двигается, я тогда спущусь. Теперь я совсем не понимаю, как он этим хочет выживать. Это объективно никак не выживает. Даже с моим слабым, с моей слабой комбинаторикой это никак не выживает. Я думаю, он должен сдаться, потому что он не только не убил мою группу. Ну, кусочек он откусит, хорошо. Сейчас я здесь тогда вставлю Атари, чтобы наверняка. Кусочек он, конечно, откусит. И кусочек не маленький, здесь много очков. Зачем он соединяется? Я могу вставить Атари. Да зачем мне Атари? Я просто буду уменьшать его мою. Он же умер здесь.
Я не вижу, как он может степень дыхания увеличить своей. Здесь у меня тем более класс. Но здесь я заберу, спасибо, это еще один глаз. Ну, то есть у меня два глаза здесь. Ну да, это два глаза. Спасибо. То есть я убил достаточно много камней, намного больше, чем он. Но здесь, да, я должен доиграть. И на этой атаре я тоже должен пробить. А дальше-то что будет? А дальше я вообще могу сюда сыграть? Ну, нет. Это слишком. Нет, здесь я вытянусь. А здесь сыграю просто сюда. И пусть забирает два камня. Они мне совершенно не нужны. Я залез к нему в мою. Теперь он будет прилипать, наверное. Ну, не знаю. Ну да, он прилипает, конечно, но... Сейчас мы его тут обмотаем как-нибудь. Но я могу теперь сюда играть. То есть я еще глубже залез. Он должен теперь соединиться, я соединюсь. Этот камень-то это просто приманка была. Ну, я, конечно, не специалист, в общем, но, по-моему, он должен сдаваться. Хотя, не знаю. Вот я не понял, зачем он в эту двушку вцепился? Она же совершенно ничего не решает. Я тогда еще дальше прыгну. Вот мне очень интересно, какой счет показывает эстимейтер. Мне кажется, что я минимум очков 30-40 выигрываю. Вот 58 показывает. Плюс 58. О чем он думает вообще? Вот, начались какие-то маневры, но я здесь буду аккуратно просто играть. Ну, в общем, партия сделана. Белый ничего не может изменить. Только если я что-то прозеваю, типа вот убийство вот этих камней. Никакую группу он не может убить. А, в углу он действительно живет. Ну, молодец, красивая жизнь. Но все равно не хватает тебя. Да, красиво выжил, я даже не обращал на это внимания. Но все равно такой гигантский счет, он никак не переломит.
Правда, скорее всего, он вкинет К1, и мне придется добивать группу, но и что? В общем, друзья, я предлагаю еще раз нажать на ревью. Плюс 32. Ну, плюс 25 я выигрываю. Уже поздние йосы. Поздние йосы, если я сюда сыграю. И он выйдет, я Атари. Он выйдет, я Атари. Он пробьет. Потом я Атари, он сюда. Я Атари, он сюда. Хочется вкинуть. Но он выйдет. Нет, если он выйдет, я его так поймаю. То есть, еще раз, что там было? Он забьется, я ему Атари, он сюда. Я ему еще раз Атари дам. Он мне Атари поставит на два камня. Но я его отрежу и сыграю, например, сюда. Ну или как-то так. Ему придется добивать вообще все. Поэтому я вкину. Здесь он, если выйдет, я просто R19 сыграю. А, ну тогда я сюда. Так, ну я тогда закрою. Так, что-то мне не нравится, как он Йоса играет. Но пока я выигрываю все равно. Так, здесь я обязан ответить. Потом у меня есть Атари и сюда. То есть я могу сейчас сыграть Атари и порезать. Либо я могу сейчас сюда сыграть. Ну, теперь ему нужно соединяться или здесь, или здесь. Я поставить могу Атари. Так, он сыграл сюда. То есть я Атари, потом вкидываю сюда-сюда. Сейчас Атари-Атари, спуск. Там у меня будет камень. Ну давайте, я Атари. И прилипну. И что? Это коза группу. И дальше сюда. А как он будет теперь играть? Забирать у меня степени дыхания? У меня побольше, чем у него. Как ты здесь будешь играть? Не, он может и выживет, кстати, но зато это будет Семидори. Сейчас он будет забивать мне степени. Или он ко-борьбу будет играть, типа такого хода. Да ладно, он там сыграл Атари.
То есть я здесь закроюсь, он пробьет. Я здесь закроюсь, он пробьет. У меня же угол выживет. Да, вот он пробивает. Я вкидываю. Но он должен пробить. Он же еще одну по борьбу хочет играть. Ух ты, он сюда играет. Ну, я атари ставлю. Он должен соединиться. Теперь я атари, он атари. Я пробью, он пробьет. Я атари, он соединится. Я соединюсь. Нет, лучше я просто сюда сыграю. Ой-ой-ой, ёперный театр. Я ошибся, да? То есть я атари, он пробьет. Нет, он сперва атари. Он атари. Я тогда соединюсь. Он же все равно по степеням выигрывает. То есть я сюда, он пробьет. Я могу, конечно, ко борьбу начать. Но лучше просто поменяемся, пусть он это убивает, а я тогда убью это. Но это примерно равный обмен. Ну и он сейчас прикроет снизу. Да. Прикрыл снизу. Ну я здесь могу атари вставить. Потом соединиться могу. Ну, все равно счет тот же самый остался, я думаю. Плюс где-то плюс 20 должно быть. Ну, может быть, плюс 15. Estimate. А, плюс 36. Ну, то есть особо ничего не изменилось, потому что я вытащил свои камни, разбил ему территорию здесь. Просто мы поменялись как бы. Ладно, друзья, это скучно и нудно. Я нажму на паузу, он не может уже выиграть. А, ну вот он как раз сдался, когда я нажал на паузу. Спасибо вам за внимание и до новых встреч.